Если не смотрел видео на основе, смотри сначала его, а потом заходи сюда смотреть бэкстейдж. А если уже посмотрел, то приятного просмотра. Ого, неужели это бэкстейдж? Это я таким приехал, мне еще грим сейчас будут наносить. Я специально для роли не спал, заболел булимией, вообще не вылазил из толчка. Просто отравил свой организм самыми жесткими бактериями. Мне нужен болезненный вид. Сейчас планируем выколоть мне глаз. Думаем, как лучше это сделать. Подерите меня. Да. Андрей, а тебя когда будут уже грим наносить? Ненавижу родителей. Как будто ты в комп просто играл, сволочь. Ты вот так вот ответственно к съемке относишься, а? Как будто ты подкаст монтировал. У нас важная съемка, а ты не спал? Деревянный. Тебе склеили глаз? Я заболел для роли. Он тоже в образе. Что за хуйня? Не снимаем. Потом убиваю клуб. Короче, здесь, смотри, мы здесь, у нас будет момент с собранием героев, где я даю первое задание. Я говорю, первое правило. Курить запрещено. Блять, вот сейчас ты выглядишь, как будто ты умрешь от диабета через 12 минут и 24 секунды. Да, выглядишь как Джарахов. Я кручу здесь, крутится там. Вот, меня избивают, пошло. Ё-матэ, кудасай, кудасай. Я всех спас, у меня огромный хук. Мне вот таким именно надо в стрипуху прийти, чтобы мне ко мне никто не подходил и думали, что я болею. Надеюсь, что я ответил сатиру, потому что у нас другого шанса победить нет. Может, мне Бухова уже отыграть в конце концов? Вы чё, хуели все, блядь? Сели в моей кладовке, блядь. Вы чё, блядь, супергерой, на? Может, я супер-алкаш буду? Давайте что-то давайте, делать. Давайте сделаем это дерьмо. Да. Давайте просто снимем полное говно, и что все так охуели. Да, мы это запланировали, понятно. Это был настоящий план. Нет, теперь версия. Давайте снимем самый лучший фильм. Помните, друзья, что есть действие в кадре. Тогда мы будем убедительны. Какое сейчас действие? Какое действие? А Саня это тренинг не прошел. Да я молчу. Саня просто как ебан в кадре будет. Мы все актеры. Не, молчать можно тоже. Что-то мы загаслатили его, чтобы поменьше ему слов дать. Тебе всю славу собрать. Сань, прикольная идея будет, если ты будешь молчать. Правда, пацаны? Да, да, это самое крутое. Мы это сделали, чтобы не снимать. Ты будешь таким героем, если на второй минуте фильма умрешь. Ералаш не будет популярен, стал после смерти. Давай пьяный приду, скажу, ну убейте меня, и вы мне застрелите. Не, я вот с листочком прихожу, и там вот так написано криво, ну выпил. И потом переворачиваю, ну убейте. Блядь, облился. Нельзя использовать, нельзя вставать, нельзя использовать руки, их лучше за спину спрятать. Чисто одним предложением. Ну, там есть вариации на эту тему. Например, уходи, останься. Вот, давайте, кто хочет уходить, кто остаться. Ты хочешь уйти. Твоя задача, чтобы она осталась. Нельзя говорить, там, слушай, короче, мы с тобой знакомы тысячу лет, вот в 95-м, и вот такие длинные истории. Одно предложение максимум, одно предложение. Лучше вообще использовать просто «останься» и интонацию, и посыл, и действие, самое главное. Твоя задача убедить в том, что его, в том, чтобы он тебя отпустил, чтобы он сказал «да, слушай». Вали уже отсюда, ты мне достану, пожалуйста. Любые предлоги, да? Любые предлоги, но супер короткие. Мы не рассказываем историю, мы прям очень коротко. Начнем. Останься, я уже попросил меню. У меня мама заболела, только что мне позвонили. Мне нужно ее встретить. Иди. Ты уже знал? Как она сыграла? Мне кажется, не стоит с эмоциями к этому подходить. Останься, подожди новостей. Ну, сейчас закроется аптека, и последнее, что могу, это купить лекарства. Все. Давай сюда закажем. Секундочку. Вот важно использовать вот это «я пойду». «Я ухожу». «Я ухожу». Да, в каждом приглашении. Да. Вот именно проговаривать. Давай сюда закажем. Так даже быстрее, останься. Я не могу, потому что я просто зайду, сейчас куплю лекарства, и пойду, и провожу маму. Ты сейчас одна только загонишься по пути. Давай останься, вместе поедем. Может, так, если так переживаешь, давай мы вместе пойдем, и ты поможешь мне сделать все, что... Опять проиграл. Останься. Слушай, круто посидели, но у меня через 30 минут началась тренировка, и мне нужно уйти. Слушай, можно я попрошу тебя остаться? Я просто думала, что ты дольше со мной пробудешь. Короче, у меня сейчас похищение. Да ты, блядь, что нахуй?
Да. Так вот так ты должен отреагировать на ее пи***ж. Просто поставь перед факт, что ты съебуешься. Хочешь сесть на это место? Мне со стороны приятно. Я ухожу. Ну, артисты. Останься, пожалуйста. Я, пожалуйста. Я ушел, надо сказать, и ты победил. Если что, с тобой они не свихнулись. Их задача просто. Знаешь, есть три вида пристройки. Доказать, что ты уходишь. Тебе напокак. Че ты там думаешь? Я уйду и все. Ее бывший решил к ней снова вернуться. А что ожидать от этого человека, я вообще без понятия, если честно. Потому что в прошлый раз это закончилось не очень. Ты можешь остаться. Ну, я, конечно, понимаю. Почему ты не можешь остаться? Я понимаю, что мы хорошо вместе, но у меня есть ситуация, которая не дает мне остаться с тобой в данный момент, понимаешь? Что? Что именно? Человека могут убить, ты ненормальный. Останься. Вот, останься прямо сейчас со мной. Почему я должна оставаться с тобой, если там потому человек... Потому что я боюсь, что тебя покалечат. Ну меня покалечат, а в прошлый раз она чуть не сдохла, блядь. Пусть она сдохнет. Главное, чтобы ты была жива. Ты ненормальный? Я тебя не отпущу. Ты будешь сидеть здесь. Я не могу. Если это останется на моей совести, я не смогу нормально потом все это воспринимать. Понятно? Я не хочу лечиться. Я не хочу потом ходить по психушкам каким-нибудь и лечить свое состояние. Будет лучше, чем если ты умрешь. Ты считаешь, что это будет лучше? Почему ты думаешь, что я умру? У меня тоже есть защита. Потому что я знаю. Я гримируюсь Джокером. Я думаю, используем парик, и тебе будет жарко. Но в нем по-любому будет жарко, 100%. А у вас есть зеленка? У меня есть зеленый спрей. Я могу покрасить тебе твои волосы. Ага, а потом мне что делать? Сходишь в душ. Сейчас дай тебе примерю его. Да, он меня достанет. Давайте зеленый волос. Привет, Витек. Чуть-чуть не в тайминге, мы чуть-чуть проспали. Но первая сцена с Леоном, потому что ему нужно уезжать. У него мероприятие сегодня, потому что какая-то там серия, то ли последняя серия выходит. Вот, и сейчас мы ждем Леона. Мы сами гримируемся, переодеваемся. Сначала снимем сценку. У нас получается скетч, где в конце появляется Леон. Мы сначала конец снимаем, потом он уезжает, и мы снимаем начало. Фу, они настоящие. Были. Ну пока собирайте, вот тот сейчас я. Фу, брат. Саша живет. Чудо. Он в общем взял. Это обувь злодея, а вот костюм злодея. Тут это смотри. Мы уже делали? Нет, нормально. Ну давай померим. Мне тоже, у меня ощущение, что тут века будет вообще идеально. Ну. Короче, главная проблема, что у нас все получилось за последние дни. Быстро написан сценарий, быстро какая-то раскадровка, вообще в целом идея. Быстро надо локацию придумывать, обустраивать, а кино это не любит, это запрещено. Как минимум нужно месяц к этому готовиться. Но так как была некая проблема в нашей команде, мы это все делаем в последний момент, и я в тильте из-за этого, потому что хотелось нормально подготовиться. И вот он согласен. Я согласен со всеми словами. Поэтому сейчас быстро фристайлим. Тут какие-то диалоги, они будут на импровизации, просто есть якорные слова прописаны, но, к сожалению, что-то будет не так, я уже уверен, потому что у меня не детализирован сценарий, и Джокер недоволен. Злой Джокер. Все как и положено. Очень злой сейчас. Пока вот у нас выглядит все вот так, и нужно сделать из этого конфетку Мару. Дым точно будет из капота. Сейчас еще приедет к нам чел, 3D-аниматор, чтобы делать композинг. Мы будем делать то, что вот это все. Короче, пол, он будет на части расходиться и разлетаться, когда появится супергерой. Еще мы хотели сделать здесь электричество, но у нас нет времени и сил. Что провода, короче, херачат. Это можно будет сделать на монтаже? По-моему, в капкате есть такой эффект молнии. По-моему, в иншоте. Здравствуйте. Да, здорово. Ты вот бэкстейдж, да, нам все точно. Может, пару приветственных слов хочу снимать? Пару приветственных слов. Ну что ж, нам дал Exile Илюша 500 тысяч, куда мы пошли. Стрип-клуб на. Ничего мы не собираемся снимать, никаких короткометражек, никакого кино. Мы просто проебем бабки на приваты. Вот хороший такой вариант. План, такой план. Я собрал своих друзей, сейчас они немного тут делают вид, что мы что-то будем снимать, что мы будем работать немножко, играют в кино. Можно просто выключить записи и остаться? Конечно, братан, вообще, ты главное не говори этим. Плохам, что такая движуха. И все в этом. Слушай, а сколько вложено, может, уже известно? На данный момент, слушай, даже не знаю. Я не считал. Я когда мне люди дают свои деньги, я их не считаю. Я.
Стрип-клуб. Я здесь родился. Я вас караулю, здравствуйте. Здрасте. А кого ты ищете, может, потерять? Я ищу человека, который... Илья зовут, да? Илья, да. Он сидел тут на троне. Сидел, да, слышал, да. Он обычно всегда так делает. На четвертый раз его не наблюдаю здесь. А вы скажите, вы сегодня здесь с какими целями? А я потанцевать. Я очень люблю вокруг шеста обмотаться, немножко подвигать бедрами. А можно какие движения, может, посмотреть? Прям сразу сходу так на него? Или подготовить? Ну, слушай, мне надо хотя бы, не знаю, переодеться немножко. Ну, мы обязательно хотим увидеть сегодня. Обязательно, обязательно, да. Главное, сами понимать, деньги платить. А, ну... Все, что угодно, ваши деньги. И просто подошел ко мне человек, вот так вот уже, сатиру сразу ушел. А, брат, я вообще тебя не увидел. Здорово, Янчик! Тут уже нахуй. Его всегда видно, бля. Он в тусовку пришел, я захожу, там, короче, прикинь, комната, 50 рэперов, и только одно место, где есть свет, который светит сверху вниз. И Ян под ним уже пьет этот стакан, и никого не видно, кроме него. Не говорите сильно выразительно. Я вообще не говорю. Парни, вот это наше логово. Есть 7 блогеров, и сегодня им предстоит... 7 психом. Я играю психа из физрука. Че ты? Чина! Камера мотор! Звук мотор! Камера идет! Режотики на ляп делаем, я тебе первый покупаю. Иди на. Я устал. Саня, все, я выдохся. Давайте завтра. Переносим на следующий месяц. Прикольная идея. Уже вижу, как все пишут, что я краш. Можем. Я так стою, говорю какую-то речь, и там «Оооо». Это моя суперспособность. Прикинь такую же шутку Ди Каприо. Просто потом поздно. «Оооо». Ну что? Это наш новый там. Расклей. 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 Лямнули. Слушай, тебе вообще очень сильно. Ты находить так всегда. А когда не идет. И начали. Хоть Саня снимай. На эту камеру. Влог. Влоговая камера легенькая. Здорово. Нефур. Звук будет отличный. Спасибо, Ярослав. Я не Ярослав. Стоп! 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 Напарник. И кину в тебя. Ебанутый. Кидаю. Яйцам попал, ебан. Из всего многообразия. Стоп! Вариантов. Из всего многообразия. Ну ты плакаты вместо них клей. Звуковик что-то распиздел. Сэр. Этому городу он не нужен. Супергерой. Соня, это ты кто? Человек-невидимка, человек-хромакей. Человек, мешающий звукарю просто. Именно. Пьяного играть и падать с лестницы. Идет. Теперь у нас есть дом. Я здесь главный. Вот так ебать, значит, страшно заходишь и говоришь. Давай я так буду рассказывать. Спроси, как меня зовут. Как тебя зовут? Малыш. Малыш. Каратель. Оверлорд. Я еще не определился. Я буду убивателем. Ну, условно. Это рыжий. Ебатель на кипатель. Посмотрите на эту хуйню вообще просто. Спрашиваю, а это кто? Он жопой повернул. Ну, признан, что мужик уже был. Поэтому, наверное, каратель. А, каратель тоже был. Я не знаю. Вот так, наверное. Привет. Образ как будто максимально срезан. Продакшн не сделали. Мышцы на костюме. Кто это делал? Мы пресс ему на посте добавим. Как себя ощущаешь? Силу ощущаю, как будто вот сейчас. Давай еще разберем сцену. Какая вообще сцена? Сцена подготовка на уровне, ребят. Это все здесь. Ты появляешься здесь на фразе, когда мы скажем, какой еще новый супергерой появился. Ты появляешься здесь, и тебя делают оттуда пролетку вот так по низу. И асфальт разлетается на 3D-композе.
Вот. Все, я думал, самому придется. Вот, так. Ты стоишь со спины еще. Надо сейчас на вентилятор еще, чтобы приехал, чтобы у тебя плащ летел. И девочки приедут. И перед тобой толпа девочек, и они побегут в сторону. Это будет сложно. Это девочки маленькие. Ну, не маленькие, нет, но 14-15. Сарават уже сейчас. Прекрасно выглядишь. А куда брови поехали? Не по плану. С***ть Спортакус. Ребята, пора улетать обратно. Это мой криптонит, вот он. Я ебать Спортакуса. То, что Робби взломанный, ракает рекованс. Потому что по вот этой комнате, это вот он решит. Что же вот здесь будет сидеть? Смотря откуда камера бьет. Давайте там. Мы попробуем, чтобы мы вот сюда били, а не туда, получается. Или мы этот зал палим. Просто с более низкой точки. Например, чтобы была люстра, фермы горящие, там, и это все дело. Мы сейчас сюда слайдер раскатим еще. Мы как-нибудь доедем на них просто, наряд. Может, да, про какие-нибудь единоборства говорить? Да, наверное, логичнее так будет, да. Наверное, логичнее. Слушай, ну да, я вот помог, скажу, как бы, ну, во-первых, это поддержание себя в форме, я вот нравлюсь себе, хорошо выгляжу. Ну, а во-вторых, если ну, какая ситуация, да. Я, типа, знаю, что делать, типа, я за себя постою, могу не только за себя постоять, но, там, ничего. Микки, конечно, хотел, он предлагал, потому что у него слабые представления о стрип-клубах, он не был в них ни разу, то он говорит, типа, ну, это же бордель, я говорю, это стрип-клуб. Да не, бордель, там же по-любому есть хух резиновый, большой. Вот я им Янчика А у нас нет хуха. У них есть здесь? Ну, возможно, есть. Все, туда есть. Брат, ты готов хухом получить или нет? Не, бро. У меня нет смысла с ним драться. Есть смысл ему один раз дать просто. И ты должен упасть, будешь на грудь, короче, девочки рядом. Тогда лицом. Кстати, так. Ну, или можно вообще в тупую сделать. Считай же, был же диалог до этого у нас, что типа, ну да, я боксом занимаюсь, мало ли какая ситуация. И тут, типа, ты заходишь, и он на этом бодряке такой встает. Че ее, брат? И сразу бам-бам! Да. Ну что вы, это X-Factor, я правильно понимаю? Здравствуйте. Да, мы ищем таланты. Мы ищем новую группу Viagra. Нелло из Воронежа приехал, давайте. Я потом еще, у меня автобус, так что надо быстрее. Можно у нас есть либо очки, либо повязку. Да, вот с повязкой его еще никто не видел. Да. С повязкой мне нравится. Классный пресс. Спасибо. Часы просто умереть. Встал? Нет. Просто умереть хочется. Сейчас смешно тебе. С того, что у меня лобковые волосы на бороде растут, смешно тебе. Пошел на. Если что, надо будет повернуть чуть-чуть свет. Ты что-то снимаешь? Ниже и правее по свету. Нет. Саша, не снимай, потому что... Это сейчас надо... Это спойлер. Встань на точку, Данилович. Это мой друг, Рыжик. Он перегрызает глотки моим недоброжелателям. Я думаю, проще будет развернуться. Думаешь? Я начал умывать лицо от маринада, но перепутал воду с розжигом. Ну, такое ебанат. Мне досталась лучшая из способностей. Я называю ее «мрачное сопло». Пишется через сопло. Я что, сказал что-то смешное? Вот побомби на нас, позлись. Не надо так со мной. Вы меня до конца жизни из-под крана пить будете. Давайте реакции всяких, типа, возмущаешься, там, вот, типа, чё это, вы смеетесь. Давай. Пацаны, ну что вы, телевидение что ли, или кто вы? Я мотор уже идет почти 7 часов, как ты себя чувствуешь? Я умер. Вот же он, призрачный гонщик. Или каратель? Каратель. Ты хранишь AirPods'ы в консервах? Удобно, смотри. Тут очень много карманов. Wi-Fi проводник я. Кому-то нужно усилить сигнал? Мне нужно просто одной ногой к роутеру, другой на вас направить. Ёбаная хуй. Не за что. Нихуй. Всё, мне въебался. Эшли! Look!
Бурунова на роль. Бурунова на роль. Возьмем. У тебя голос Мариарти будет. Бурунова. Нет, Бурунова. Я к тому, что с хомяком можно что-то поинтереснее Бурунова придумать. Возьмем. Да, поинтереснее. Мы там сценарно обработаем. Бурунова возьмем на обзвучку хомяка. Обзвучку. Бурунова возьмем на обзвучку. Давай Михаил Галустян. Бурунова возьмем. Михаил Галустян. Холодная обзвучка. Я слишком много молчал. Данила. У меня уже все. Всем пиздец. Ребята, давайте снимаем. Ребята, работаем. Давайте, хорошие разгончики. Открывали пиздаки. Давайте работать. Время, деньги. Работе время, потехи, хехи, хехи. Куда нога вперед? Человек рукотруба. Отсюда можно и покурить, и выпить, и все, что хочешь. Сюда вот. Самалеку. Ты как ты, блядь? Я мне пейс загребаю. Что за мармируем? Пейс большой сделал? Да. Человек рукотруба. Приятно познакомиться. Человек рукотруба. Приятно познакомиться. Рад вас. Человек рукотруба. Ты скрытный молодой человек. У тебя большое будущее. Спасибо, мужик. Человек рукотруба. Человек бахи. Человек сигма. А у Супермена есть какие-то фишки такие, типа что-то? Тебя? Да. Что он еще делает? Вот это. У тебя просто жесткое приземление. И супер пафос. Лицо супер пафосное. Роби злобный тоже. Настоящий герой ходит по тебя, у них нет времени сниматься. Твой персонаж зовут. Понятно. Зазнался, он понял, что он все. Супер злодей. Как бы не до фанатов. Баба-бум. Шлагбаум, вот. Здесь и новый скин Fortnite, вот. Ой, хуен. И типа ты что-то увидел несусветное. Дому город наш новый герой. И вот вам мистер Лексус. Я родословный. Ты как будто уже три ребенка съел. А мы с ним моих детей он ест. Закругляемся. Я тебя убью. Пам. Пам. Серьезно, это происходит. Бьют ебло. Жестко избивают людей. Ну, то, что, по-моему, как раз на Ютубе любят. Совершенно не 18+. Совершенно не 18+. Это контент для 9-леток. Ну да. Я думаю, так. Тити будем снимать? Тити, да, обязательно. Okay. На телефоны в основном. А в монтаж потом нет. Вообще, да, реально, все ради титек красивых, голых и разбитых лиц. Все искусство только в этом я вижу. В остальном. А какой у тебя мониторчик? Это у меня... ну, я сегодня, да, слежу как бы за кадром. Я не только артист, не только сценарист. Я сегодня еще и... Смотрите, как гениально работает оператор-постановщик. Вот можете обратить на это внимание. А, тащильщик сегодня. Артист у нас в кадре, профессионал. Воу-воу. Клуб закрыт. Не-не-не-не. Я повернусь, и ты потом говоришь. Да. Ты начал тянуться, ты можешь практически в камеру начать тянуться, как будто бы это типа он, это я практически. Вот чуть-чуть, под камеру. Туда. И скажи прям, клуб закрыт сегодня только видно. О, клуб закрыт. Все только випы. Так что... А что, чуть-чуть задел тогда по балке? Не-не-не, все нормально. У нас есть... Ой, у каскадеров у всех есть вот этот пи***, что они не задели. Я уверен. Все хорошо, нет вот этой, знаешь, нет у нас остроты ударов. То есть она сейчас вяло. Я могу подчеркивать их удары за тобой, подвигаться. У нас есть четко сейчас. Раз, два, голова, три. 4, 5. Сразу. Чтобы у нас сейчас не было ля-ля-ля-ля-ля. Чтобы у нас было ля-ля-ля-ля. Здесь пол закрыт. Чем только не поехали. Музыка-то просто, она так... Но она, кстати, главная. Это можно поставить. Это же есть такой прием прямо под классику, когда драки делают, короче. Вот лохи всякие снимают там в 4К, а мы снимаем, обратите внимание, 4300К. А еще есть информация, что 4300К – это то, сколько мне заплатили за то, чтобы я это снимал. Начало положено, снят заход, первое разбитое лицо. И очень хорошо все было. Я думаю, все будет дальше только лучше. А этим мы заплатим за работу с стриптизершем. Ребят, дайте мне уже главную роль, я заебался. Пойду с режиссером пообщаюсь. Илю, меня Сань звать. Не так, мы начали как-то.
Хотел бы главную роль. Вам небольшой потенциал скрыт, вы еще пожалеете. Вы еще пожалеете. Человек-рука-труба создаст свою гильдию. Человек-шлагбаум. Пароход тут платный. Я недостаточно хорош для вас. Мой отец был прав. Я ничтожество. Миллионы людей каждый день добиваются успеха, а я сижу здесь, с вами. На какой-то второстепенной роли. Моя мама говорила мне, что я достоин больше. Вы должны дать мне главную роль. Я человек-труба, меня здесь все знают. Давай. Обо мне будут говорить люди. Вы пожалеете о своей жизни. Служи доверие. Тебе нужно заставить Андрея писать на блокноте, чтобы он не разговаривал. Ни слова больше. Пока ты тут на Моргенштерна снимал, я эту индустрию с колен поднимал. А где я теперь? Человек консервная банка? Человек мусор? Человек никому не нужный лох? Человек труба? Вы все пожалеете. Включим звук. Должно быть слышно только меня. Мое молчание. Чтобы они пожалели об этом. Вот смотри, как... Сегодня вы собрались здесь, чтобы доказать этому миру, что вы чего-то стоите. Каждый из вас, лохов, станет настоящим героем! А? Кто здесь король? Где этот Илюха? До конца? Могу сейчас, мам, у меня собрание. Ну, убей меня, блядь! Пришел по банкам пострелять, блядь. Да воняю мочой. Вроде заряженный, может, больше ты ебанушка, всем ты пора пострелить. Кто в комментариях будет писать? Жалко, мало Саши было. Помните Ярика. Помните Ярика, вы еще меньше. Понял, заусенница была у ноготочка. Раздраконил, блядь. Прыщ выдавил, блядь. У нас небольшой перекур. Сейчас мы снимаем сцену, где... Мы лежим за диваном. Сцена такая. И он трогал писюн на меня. Нет, не факт. Возьмем самых лучших супергероинь да в баньку. А когда не в баньку, я так скажу, ребята. Тоже верно. Даже. Еще Владимир Сергеевич Александр Пушкин говорил. Да. Сергей Владимирович Александр Пушкинович Лев Толстоевич. Его дед, прадед еще тогда песни пел в Украине. Экономлю энергию. Порадуй лягушку. Нет, мне кажется... Выпей пиво, кружку. Пожелать нужно счастья, здоровья. Илюх, время непростое, понятно. Болеет каждый, но выздоравливай. И ведь не забанишь, блин. Ну как ты себя чувствуешь, чемпион? А Илюша чемпион по нырянию в бетон. Блять, если я начну стрелять, то я целю то, что у тебя ниже пояса. Надеюсь, ты помнишь, что у тебя? У меня джип в Москве. Давай, как хотите, просто. Но я тебя сделаю вот здесь. У вас не найдется рубля на дорогу? Я в Москве или в другом культурном городе? Я сейчас начну стрелять! Я стрелю то, что у тебя... Тише, пояса это уже было, блядь. А ты сядешь за руль. А ты вылезешь отсюда. А принесите супергерою его костюм. Да побыстрее, чтобы я там не разозлился. Блядь. Как я сейчас для хайлайтов Андрея уроню несколько раз подряд, пожалуйста. Когда буду идти. Давай. Пожалуйста. Я сделаю все. Мороженое. Дети. Пирожные. Мороженое. Дети. Это я снимаю подкаст, уже новые кадры придумал. Оказавшись перед Ильей Эксаевым, что ты ему скажешь? В кухне, блядь, снимаю подкаст. Вот так я буду выглядеть. Дорогие друзья, если вы не поставите меня в главную роль. Подкаст через 3 года. Давай, пластинку запускай и пошел. Блядь, ты 3000, ты не консервная банка. Дай-ка трендер. Здравствуйте. Вы знаете этого мальчика? Смотри, какой он красный. Здравствуйте. Я друг Влада 4. Капец, неловко. Как будто они снимаются сейчас с этим, с Гослингом и Марго Робби параллельно. Это профессиональный актер. Леха, ты не хочешь конфетками угостить детей? Я ненавижу супергероев. Думал, скользишь от меня. Какое здесь не работает? У нас Лентяева любит ананасовую пиццу. Я не знаю, что у вас не любит. А, полное говно. Спартакус ест ананасовую пиццу. Что против Спартакуса скажете? Спартакус? Тебе нужен краткий экскурс по Лентяеву, мужик. Он реально думал, что он сможет сбежать. Как легко было его заманить. Я по ему убегу, ты меня не догонишь. Ты бы знал, что здесь происходило с твоими приспешниками.
Этот стул не просто так подал. Вы его пропердели, Бэтмены? Женщина-кошка тут. Помогите, меня держат в тюрьме. Нет, мы дружим с детьми. Покатимся. Че это прыть? Что тебе нравится в детях больше всего? А вы хотите трогать? Да. Нет. А нам нельзя трогать. Мы хотим его убить. Зачем? Вы котел. Вы плохие. А знаете, а что мы сделали? Не смотрите сюда вообще. Да, вот сюда не смотрите. Нельзя смотреть. Если сюда посмотрите, сверху мешок на вас упадет. Есть момент второго захода. Как? Нет вот этой хуйни? Есть, есть. Есть? Все. Это будет как в аниме. Ты здесь ее заранее уже снял, а заходя в кадр, ты ее вот в последний момент отпустил, вот, чтобы было видно, как ты ее прям выкинул, понял? И все, и дальше ты вот, ты здесь ее прям уже выкидывать будешь, ты у тебя... Так, если ты вот, подожди, вот попробуй ее прям в руках уже держать, как будто ты ее вот прям, вот понял? Вот эти все, как вот будто сразу, ты сделал вот здесь, как будто сделал, а здесь прям вот на последнем кадре, чтобы у тебя вот было видно только, как ты ее отправил. И ты даже, чтобы ты, у тебя не было для этого ни секунды остановки, понял? Вот попробуй сейчас. Вот так, вот так, понял, вот прям как сейчас сделал. Так, нет, сейчас. Да. Снимаем, пацаны. Где гардероб? Я просто потерялся, нахуй. Слишком орал. Давайте еще раз. Давайте еще раз, быстренько. Он сдох. Мы не можем, он сдох. У них что там? Партия по шашкам, пока я умираю. Ну что, крутым актером не так круто быть, да? Долго будет? А дайте мне, пусть меня и забью. Тогда у меня будет мотивация отомстить. А когда он снимем, я буду консервой. Я в кадре был. Продано! Прикиньте, какой разъезд. А мы на твои поминки пришли. Ты как-то драматично должен что-то делать. Дорогие короче, друзья, скинешь мне потом номер. Дорогие Сани? Друзья, дорогие Нет, друзья, дорогие Нет, друзья, ну, Сани... дорогие друзья. Первая локация закончилась. Можно сказать, что мы слегка устали, время практически час ночи, и мы едем на другую локацию. Но есть ощущение, что снимать мы будем до 6 утра, а нам завтра еще ебучий целый съемочный день. Ну а что поделать? Все ради лайков, поэтому если они находятся там внизу, обязательно поставьте их. Мы будем очень не против. У нас вторая локация. Мы снимали весь день, больше 9 часов где-то на первой локации. Я, если честно, думал, что побыстрее будет идти процесс. Я умираю конкретно. Я очень расстроен, как сыграл. Немножко так. Конкретно то, я чего я себя ожидал, не совсем сбылось. Но мы не отчаиваемся. Продолжаем все. Не трогай его! Иди сюда, Кристина, встань. Как Кристина? Лера. Ой.
Ставьте лайк, оставьте свой комментарий под этим видео и обязательно поделитесь со своими одноклассниками. А если вы проголосуете за нашу команду, ваша мама будет жить вечно. И папа. Супергерой не носит плащи, поэтому я его снимаю. Да ладно, человек пит. Это Нагана? Подожди, а ты из какой вселенной? Я не... Что с ногами моими? Как ты относишься к Человекам-паукам из других вселенных? Пошли не на... Правда. Они не мои братья. А кто тебе братья? Эксайл. Блин, что так вылупился жестко? Здорово, тебе надо поваляться сейчас в сети. Я думал, чего упаду. Можно стать? Я хочу. Я ненавижу эту жизнь, потому что она сделала меня таким. Я ненавижу общество, потому что люди не понимают. Для людей это странно. То, что человек может быть не таким, как они. Поэтому я убью их всех. Я убью тебя. Ну-ка, монтируй видеоролик быстро. Монтируй, монтируй. Кстати, меня ваши друзья. Ну, хуй. То, что я нихуя не вижу в этих блядках. Не могу нахуй в этом костюме. Очко режет. Подожди, сейчас умрешь. Я вообще не для этого, чувак. Все, все, не базарь. Лучше человека, чем ты для этого. Ну, погнали. А что надо сделать? Ты просто... Пришел совершенно случайно. За классного режиссера хочу поднять этот новогодний бокал. Илюш Сатир, один из величайших творцов нашего времени. Поэтому, господа, за него, пускай у него в новом году будет как можно больше Джон Виков. 3, 2, 1, го! Ты что ебанул? Может, ему просто прям на лицо... Я к тому, что... Вот так он фактически... Да. Вот так вот сделал. Да, ему заебал, схватили и кинули. И не будем туда камеру чуть-чуть показывать, что там... Вообще не будем. Туда. Один кадр. Один кадр. Нет, мы девочки можем, можем. Мы почему? Сейчас... Вот здесь девочки можем. У вас только... Не, почему? У Мэджика должна быть девчонка. Еще Пичёва, обязательно ВИЧ. Станишки снимем, чисто приспустим чуть-чуть. Немножко. Жена, вы... Да, она взаимодействие стёк не будет вообще у тебя. Давай. Выхожу, вот так держу, и снять, как джинсы просто падают. Не-не, ты просто вот, вот такой, тебя, там, жук, тебя проводят камеры, тут будет видно, что упал, и тут девочка пристёгнута. А у тебя штаны спущены. Да. Да. Все, Андрюша, просто подчиняйся. Все, я говорят. Подчиняюсь. А я умираю или я еще живой? Нет, я просто, говоришь, ты не умираешь, я тебя не убивал. Ты в киску лицом должен упасть. Нет. Ооо. Ударился? Ага, блин. Я яйцами ударился, пацаны. Давай попробуем тебе нахуй. Охрана! Куда ты нахуй? Сорян. Чтобы он просто убежал. Уже страшно. Он тебя убежал. Да. Он меня нормально кинул первый раз. Давайте сразу. Все идет по плану? Да, вполне. Особенно, когда ты это придумываешь на ходу, у тебя происходит это все. Ну, это же круто. За один день. Ну, так и существует. Все на самом деле происходит, как и должно происходить на самом деле. Мы все делаем на месте, придумываем на месте. Сейчас реализуем на месте. Минимально подготовлено буквально за очень короткий срок. Небольшой монтаж, да, начинается, потому что... Ну, начинаем... по времени, да, все немножко, конечно, неприятно. Но картинка красивая, сочная. Картинка красивая, каждая. То, что я ношу кандибубер на голове. Это не значит, что я женщина или балерина. Давай-ка первый, кого рассмешит, тот тому леща. Наруто! А ты вырубил. Ууу, good smell. Flavor. Я сейчас на хайпе ее. А на меня посмотри. Я сначала не понял. Мне как-то раскрыть надо, я считаю. Если меня не раскрыли, то виноват во всем Андрей как кошка. Весь хайт к нему. А у меня петлички нет, шеф. Меня не раскрыли еще. У тебя на три нет петлики? Так я ж не говорю. А, точно. Мне нечего делать. Я никогда тебе этого не прощу. У меня была съемка, короче, типа, уже 30. Время без 24. И это не вечер, это утро. Да вы заебали, это камеры. Ты там потыкал камер по дому, я фрометамер.
ты ебал. Мы популярны, меня пишут уже куча людей, что хотят стать героями, как мы. А можете мне зубы выбить? А всем можно? Можно мне тоже пару зубов? Я выложу сейчас кадр, типа, что... Я сегодня не раз кобелит до сих пор. Сань, может, сотрешь пока? Че, мы закончили первый день? Ну как? Если так по логике судить, то что уже второй съемочный день начался, но у нас сейчас будет 6-часовой перерыв на сон, и мы уже встретимся на уличных локациях, а далее мы поедем на карьер, и там мы взорвем машину, и каскадер будет себя поджигать. Все самое интересное впереди. Не переключайтесь. День второй, съемки на улице, сегодня будет холодно очень. Как ощущение перед вторым днем? Вообще великолепно, на самом деле. Силы восстановлены, заряд ебейший. Привет. О, блядь. Мы будем на нем переворачиваться. Ну, это вот единственное, что меня вообще не пугает после всего вот этого всего хозяйского опыта. Это как будто обычные будние дни. У меня такого опыта еще нет. Ну, и не будет. Или не было. Ну, в общем, страшно немножко. Давай имя дадим подходящее. Машине? Белоснежка. Фургон. Фургон. Я домой. Нас ебанута полиция на эмоции развела. Че? Ну, типа тут... Короче, я стою, здесь женщина подходит с планшетом и что-то вбивает. Ну, я думаю, как-то связано там с парковкой этой, мало ли. И просто с мигалкой сюда полиция заезжает, вот так вот. Заезжает, вот здесь останавливается. Я думаю, ну все. Я еще до этого гримерам говорю, они говорят, а почему именно эта парковка? Я говорю, ну вот она вот 100% проверена, чтобы там охранники мозги нам не колупали. И полиция подъезжает, разворачивается с мигалками и уезжает просто. Это уже... я уже на очке... эмоциональные качели. Да, я уже на очке сижу, думаю, блядь, сейчас... Блядь, откуда они здесь? Оп, видели удар. Да, да. Оп, видели удар был. Не видели. Через 40 лет пересмотрим это видео. Бери руку свою. Майбахи на механике. Ага, отлично. Вот последнее твое движение, вот это похлопывание, оно было не грозное, мне так показалось. Да? Подожди, постой. Это, кстати, нормально. По-волейбольному, да? Подача снизу, да. Хороший удар. Как бабочку на ладошку посадил, да? Так. Мне кажется, вот это реально круче. Я руку сразу. Так может так? И он все, он упал и сразу... Пиздец, реалистично. По жопе не стучите. А? Сейчас подойдут. Нужен какой-нибудь документ, чтобы было написано, что вы снимаете. Нет такого ничего? Документа? Вообще нет. Потому что мы снимаем никакого... на YouTube, у нас, грубо говоря, это как вы вышли с телефона, поснимали. А, то есть вы блогеры? Мы блогеры, да. Сейчас секунду. Ну все, Андрей, сейчас заберу тебя. Смотрели «Слово пацана»? «Слово пацана»? Мы снимаем с актером из «Слово пацана» Гералаш, который был. Я думаю, что пока нужно приостановить съемку, потому что сейчас приедет, все разрешится. Быть актером – это означает все время ждать. Андрюх, что говорят? Да. Сейчас надо начальника подождать. Поджигаем длинный фитиль. Ждем. Ты не герой, ты просто хостел для пощечин! Очень круто было, мне очень понравилось. Давай еще раз. Таких уродцев, как ты, показывают на ярмарках. Они никто. Срывайте с них маски. Да, хорошо это было. Это кто, это глаз? А? О, мое почтение. Привет, привет. Привет, привет. Опа. О, вот это люди. Боря, как вот ты допустил то, что его так избили? Да. Ну, я же тебе сказал, без меня пропадешь. Ты не верил. И вот что со мной стало. Что я за супергерой? Предположение, как вы меня могли звать? Ниндзя или чё? А? Кто? Ниндзя! Малой! Свободен! На концерт вайперов. А где вы хотите? Давай чуть-чуть подольше еще стекай. Пау.
каскадерская, не думал податься? Да пи***ц, бля. На ноготь оторвали, бля. Бля, я реально себя плюнул. По-твоему, как снято было? Блять, на меня плюнули. О, Ханчик, здорово. Ты где был, что делал? Я тут сидел. Все это время? Да. Ребят, рад видеть? Нет. Почему? Раз. Джок. Какой Джок? Только он сказал, звать его Джок. Сама! Я не могу, я не смотрю. Мне смешно, моментально становится, не знаю почему. Ну извините, я не специально. Как будто Илюха, да? Да, вот так и делал всегда. Я мистер Пингвин. Почему? Просто потому, что у меня странный пиджак. Он длинный какой-то. И трость. Кто тебе из этих двух супергероев больше нравится? Вот он. Он похож на неформала. А ты похож на азиата. Я тебе не говорю за это. У тебя брови вообще не настоящие. А у тебя глаза не человечьи. У тебя сережки. Сережки, как у девочки. Подлет просто, стол. Достаточно романтично. Ты твой друг? Так, Билли, как хочешь. Я застрелю сейчас. Пчелы, которые изображают, что они типа статуи. Просто вот это кручение, оно очень вкусное. В зависимости от ракурса. Давай, дай сюда. Ты мне здесь даешь, я прям вот сюда ухожу вообще нахрен за диван. Чуть-чуть сюда. Сюда ты хочешь делать? Нет, смотри, можно я покажу тебе? Давай. Смотри. Ты делаешь следующее. Эй, ты куда? Смотри, как я встал. Все, я вижу. То есть идеально Сане дал перекрытие. То есть если я буду здесь, нога будет пролетать, я непонятно. Я тебя понял. Все. А если я буду здесь, то отсюда, конечно, я могу. Да. Тунь! Зашел, кстати, Иру. Мне кажется, это лучше всего. Как в Индиане Джонсе, бросено. Да, давай. Этот стоит в позе, этот выходит. Пошел, все, вообще просто мимо прошел. Все, камера идет, погнали, готовы. Опа! Сняли сцены с Борей, мы едем на карьер. Взрыв и поджог человек. Спокойно. Героями не рождаются, героями становятся. Короче, у нас сломалась машина, мы не придумали концовку, мы сейчас прямо сейчас ее придумаем втрушно, а не как остальные команды за год назад написали сценарий. По концовке есть вот такая вот мысль, типа... Все это при свечах по Дэнику. С морской синкой, естественно. Мы доставленный огнемет, это пиздец, мы же не герои, мы реально, типа, как котов спасали деревья. У нас огнемет, мы такие... Блядь, огнемет вообще. А вы приехали, достали армрестлинг такие, сейчас будем решать. Пошла тренер решать. А давайте его прямо здесь победим, чем мы тут И такой... О, блядь! Ну, короны, блядь. Он должен идти обсуждать. Одну минутку, у нас все под контролем. Нам пизд... Понял, самый драматичный момент, я готовься к смерти! И достаю бумбокс. Все это время у меня был тупой голос! Он говорит, я вас всех убью, я сожгу! И морская свинка. Подожди, ее надо, ну, как бы для кадра сжечь. Ну, в смысле, не буквально ее сжечь, но типа то, что она умерла. Нет, знаешь, как я представляю, взрыв, и вот так мы подожжем эту упаковку от морской свинки, коробку, и взрыв, вы все такие, фу, и вот так к вам возле вас падает вот эта горящая эта штука. Нет. Вот так падает, и ты такой снегом начинаешь. Вот так смотришь, вот так, и оттуда вываливаются просто стейки. Оттуда куриная грудка падает. Да. Типа все, взрыв прошел, ты такой, стойте, а где Рыжик? И вот эта огненная сумка падает вот так прямо перед твоими глазами. Как сумка от взрыва отлетает, а ты нет. Хорошо, пока он что-то говорит, снимем кадр, на ниточке будем тянуть эту сумочку, как она по полу. Медленно ползет. Мы можем вообще еще круче сделать. Эту сцену, которую хотели, когда вы выходите из такси, Горелыч говорит... Все в порядке, сейчас моя свинка найдет его и просто он уходит. Такие спустя 2 часа. Такие, давайте сами пойдемте в бой. Свинка не вернулась. Свинки нет. Ну это не просто круто, это недосягаемо. Ты умер благородно! За всех нас! Ты был хорош! Колес на восьмерочке.
мать! Он умер за всех, умер за тебя, из-за тебя. О, хотелось спать. Сколько тебе на банке, что здесь делать? Жопа нет, нет? Это кто тогда? Ныне мы будем жрать. Так и делать. Какой-то лозунг KFC. Устроим этому городу Килиманджаро. Это шашлычный, который работает 24 на 7. Какие ощущения вообще вот с баллоном газа на спине? Ну вот я говорю, что у меня как-то эта уверенность становится такой вязкой, я уже не такой злодей. Такой неуверенный злодей. Да мы же все стреляли, да, пацаны, и ничего не было. У меня полное ощущение, что он сегодня с утра его только собирал, этот огнемет просто в квартире. Так, даже народу месседж, может, какой-то хочешь закинуть, так, на всякий случай. Давайте, ребят, чтобы этот там у вас все было крупнокалиберно. Чувак, это, прикинь, твои последние слова в жизни. Тогда всем громкий яха! Нет, это не может быть. Я еще даже не все вкусы Принглс пробовал. Так нельзя. Ельнашки, пизда. В лужу по щиколотку упал. Надеюсь, человек, который это делал, хотя бы техникум заканчивал. Купивший диплом. Может, у нас крупняк должен быть на то, как он выходит из машины? И потом вообще, как он уже за это? Да-да, ты режиссер. Ребята! Ребят, послушайте меня, посмотрите все. Пацаны, что за новый образ? Для по-братски не говорит. Может, это так пойдет? Жесть, мужики. Я бы тоже обосрался. А что за орел у тебя? Как зовут? Да ты голову. Во-во-во-во, ну я пошутил, Ну аж мне. Пьяный по твоей вине. Анечка, я снимаю. Стой, стой. Ебанас. в общем, у нас сцена сейчас будет, как вас везут на коляске вот так вокруг и все. Еще одна просьба, если можно снять кепку. Конечно. Ну, все. No cap. Значит ли, что токийский дрифт начался? Да. Мы сейчас на такую хуйню тратим время, я вам серьезно говорю. Маму еб... Кто создал этот дым вообще? Нахуй? Гоша придумал дым. Гоша, прости. Гоша придумал дым. Прости. Я придумал дым. Он что, уснул, что ли? Эй, пингвин. Его отрубило. Заказы. Ну, тогда ты будешь изменяться. Я придумал тогда. Иди на... Вообще ушел. Ты мне говоришь, ну я на боксик хожу пару раз в неделю, в идеале три. Угу. У тебя первая реплика. Я тебе говорю, ой, я вообще не понимаю прикол, какое удовольствие в том, чтобы людей по лицу бить и самому еще по***лу получать. Мне такой, ну это же не в этом дело. Ты, во-первых, навык получаешь, чтобы если что в какой-то непонятной ситуации, если там как-то разрулить. Ну, во-вторых, просто держишь себя в форме. Можно продемонстрировать как бы бокс-нож? Это все. Просили очень. Борьба с алкоголем. Бочку не наливали? То самое, что он хотел сейчас услышать перед стартом. Пацаны, если бы до этого все было четко, я бы не переспрашивал, но бензина точно нет в бочке. Ребята, это точно не та бочка пропана, которую мы здесь оставляли вчера? Да, давай, ну смотри, в любом случае мы узнаем ответ на этот вопрос. Отныне я буду жарить круглосуточно! Илюха, давайте похлопаем артисту. Я уже похлопал. Все поддали, ребят. Да не, парни, нормально, легко, конечно. Никаких проблем вообще. Надо еще пострелять. А ты че, я шутил, блядь. Просто легкий загар. Это вам за опоздание. Раз, два, начали.
Я в куртке. Я только что понюхал будущее. Чувствуете? Вы его не прошли. Сейчас мы поджарим ваши крохотные маршмеллоу. Попробуйте тупик на вкус. Сколько мне еще говорить? А я умер или не умер, пишите в комментариях. Ну, меня избили, интересно, я в коме, выжил, умер. Хотите вторую серию про меня, чисто про меня, без фреймтеймера? Пишите в комментариях. Охуенно. Зловещий румын стал замерзшим румыном. Через час у меня поезд в Питер, и завтра утренняя съемка. Звучит как очень тяжелые обстоятельства. Всем буэнос субботис. Всем пока! Давай! Пока, лучший, блядь! Пока! Пока! Пока. Пока. Так, парни, у нас морская свинка здесь. Хуй упал. Как еблан. Все, греемся, готовимся к взрыву. Let's go! Я здесь! За этот карьер стою! Пацаны, мне все! И я пацанам! Кто меня знает, тот в курсе! Надо, чтобы когда мы писали звук, никто не пи***л! А давайте, давайте я дам команду. Да, апорт. Вот, а, шутили, да? Тут все готовы? Да, капитан! Все, тишина! Взрыв! Большие города. Так, ребята, теперь второй дубль. Морскую финку не вынимаем. Она замерзла немножко. Сейчас мы ее подогреем. Мальца. Если что, морской финки там нет, это просто. И вот, смотрите, не пускай. Блять, не понятно. На меня упала сволочь. А ты снял? Это просто... Я чуть не заплакал, нахуй, когда... Я чуть не заплакал. Можем. Люх, то же самое, но банку надо поднять. Люх, давай еще раз, да? Кринжово кинул, давай еще. Как выебало, он тебя скачило. Я понимаю, давай еще. Это тебя поджигать будут все? Получается так. О, господа, эксперт по огню. Блядь, строгая хуйня, просто ужас, блядь. Поклянись, что ты умеешь. Слово пацана. Что ты не выдумал. У нас же я такого разу, да? Это очень странно выглядит. Блядь, я его боюсь. Он что, моего батю похож. Мой батя приехал. Готов? Да, все. Аплодисменты! Хорош, брат! Браво, блядь! Нет! Это были камеры! Да я грязный! Ну, да, так сказать, онлайн обладает, красавчик! Если бы я не тушил, ты сгорел бы! Ну, у тебя мех сгорел, ну! Я говорил, сгорят! Говорил, пора снимать, ну куда? Кому это есть сейчас, курочка вся ушла? Ну, куда покупали, блядь! Мужики, ну что за дела, нахуй? Говорил, сгорят, блядь! Кто жарил-то, ёбаный рот! Всем спасибо! Ура! Ура! Я на мангал жёг. Рыжик! Рыжик, нет! Рыжик! Да, да, да. Боря, спасай меня! 2G, иди отсюда!